квота на расселение будет доступна не только репатриантам. Соцпакетами смогут воспользоваться все казахстанцы, согласные переехать в определенные правительством регионы. Об этом сегодня заявила министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова. Я напомню, ведомство разработало программу, направленную на расселение репатриантов в северных областях страны. Соцпакет предусматривает обучение, предоставление земли и материальной поддержки. Будут, значит, определены правительством регионы, где имеется дефицит трудовых ресурсов. Если уралманы будут прибывать именно в эти регионы, предусматриваем социальный пакет. И этот социальный пакет будет распространяться не только на уралманы, но и самих, значит, жителей Казахстана, которые являются гражданами. Они тоже, если будут переезжать в те регионы, которые определены Казахстаном, будут получать, значит, социальный пакет. Здесь мы выровняли, значит, права и уралманов, и граждан Казахстана.